Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня об осознанности и процветании. На самом деле, эти вещи доступны каждому человеку. Просто мы не знаем о том, как этого достичь, так как есть силы, которые пытаются нас разделить. Но прежде всего, разделение присутствует в нашем уме. Мы привыкли к борьбе, к конкуренции, к тому, что надо выживать, что вот тут происходит борьба за выживание, и каждый, только тот, кто сильнее, хитрее, умнее и так далее, сможет преуспеть в этой борьбе. Но сейчас мы переходим к другому этапу эволюции. Этот этап сотрудничества, взаимодействия, кооперации, там, где мы можем объединяться и видеть то, как это объединение влияет на нас. То есть объединение, чем оно характерно? Тем, что люди не борются друг против друга, а объединяются с какой-то определенной целью. Будь это, например, цель создания новой цивилизации и всего, что ей соответствует. Это и чистая энергия, которая свободная, независимая от каких-то полезных ископаемых источников, и целительство, которое как исцеляет тело, так и душу, ум. Также это могут быть и любые другие проекты, направленные на улучшение качества жизни. И вот одним из таких проектов есть Академия Счастья. То есть проект, который дает возможность человеку пробудиться и стать более осознанным и счастливым. Почему я считаю это важным? Потому что, например, когда у человека плохое состояние, то ему не хочется что-либо делать, не хочется объединяться с кем-то. Он обычно закрыт в своей скорлупе, да, то есть, ну и относится несколько настороженно к другим людям, если не сказать хуже. Бывают случаи, когда люди не только насторожены, но и нападают на других людей, как эмоционально, так и физически. Поэтому цель – это сделать человека осознанным и счастливым. Но как сделать? Это не какое-то изделие, да, которое можно вот просто взять и сделать, переделать. Человек – это такой организм, который способен к самосозданию, к самовосстановлению. Вот. И поэтому, когда он становится осознанным, то есть повышает свои качества, способности, убирает то, что ему мешает, он может восстанавливать свое тело, то есть убирать у себя болезни, убирать негативные состояния и становиться осознанным и счастливым. Я предлагаю человеку процессинг, то есть практику, которая помогает взглянуть на то, что у него есть внутри, и обнаружив это, воспринять как есть. Потому что часто мы просто не хотим этого делать, не хотим смотреть как есть. Не только на какие-то вещи, которые внутренне нас, но и на вещи, которые мы чувствуем снаружи. Мы, бывает, не хотим упорно замечать что-то, что Вселенная нам показывает. Да? Вот она говорит, вот посмотри, да, у тебя же там, например, нету денег, одни долги. Да? Человек не хочет этого замечать и там влазит в еще большие долги. То есть тут суть в том, что очень важна способность замечать то, что происходит, то есть наблюдать как есть и изменять свои суждения под это, да, то есть принимать правильные решения и потом, соответственно, их реализовывать. Соответственно, если человек не может наблюдать то, что есть, он не может принять правильный вывод. То есть если он, например, считает, что у него все хорошо, когда это не так, да, то он делает как бы неясность, то есть отрицает то, что есть, и состояние у него не меняется. То есть поэтому и говорят, что первым, скажем так, лекарством для исцеления является принятие, да, то есть осознавание, как это есть на самом деле. Второй момент – это уже преобразование этого. Но преобразование наступает за счет чего? За счет того, что мы убираем оттуда причины этого состояния. То есть мы находим, как это произошло, почему это произошло, и у человека проявляется осознанность, то есть он приходит к собственным выводам, пониманиям, озрениям. Не я, допустим, ему говорю, о, ты знаешь, у тебя это там плохое состояние, потому что ты там, не знаю, например, мало спишь, или потому что ты там употребляешь какие-то алкоголь, или там куришь, или там ты, например, постоянно там ссоришься со своим супругом там, или с детьми, и поэтому у тебя такое состояние. Нет. Дело не в объяснении, а в том, чтобы прочувствовать это самому. То есть окунуться вот в эти свои эмоции, ощущения и понять, откуда это проистекает.
И вот я сам, когда впервые познакомился с практикой процессинга, аудитинга, я понял, что это действительно метод очищения. Да, методов на самом деле достаточно много, тем более сейчас приходят все новые и новые методы. Но вот я заметил такой момент, что на одном человеке работают разные методики, а на другом, например, не работают они. И тут очень важен настрой человека, то есть то, с каким настроем вы идете в практику. Если ваша цель – это исцеление, если вы уверены в том, что вы хотите исцелиться, то это исцеление обязательно произойдет. Да, какая-то практика может быть поможет быстрее, какая-то медленнее. Но тут, вот что мне понравилось, да, в процессинге, в аудитинге есть система постепенного увеличения осознанности. То есть может прийти человек, который ничего не знает, и он постепенно выйдет на уровень такого знатока души, тела, и знатока того, как исцелять душу и тело, как исцелять ум. Он станет способен это делать в отношении других и в отношении себя. Вот что немаловажно. То есть человек обучается не только помощи себе, но и помощи другим. То есть он может помочь себе и потом эту помощь нести людям. И это очень важный момент. И тут же опять же происходит объединение. Объединение в пары, потом объединение в более большие группы. Поэтому я, друзья, приглашаю вас к объединению. Приглашаю в Академию Счастья для того, чтобы мы могли, каждый из вас, объединяться, да, находить себе напарников, партнеров и двигаться вместе по пути духовного роста, по пути исцеления, гармонии, радости и счастья. Поэтому, если вам эта тема интересна, то смело пишите мне в личные сообщения, там, в любой соцсети, Viber можно, Telegram, Facebook, ВКонтакте, где вам удобнее. Все мои контакты будут в описании к этому видео. А сейчас, как обычно, сделаем небольшую практику для улучшения состояния. И эту практику вы можете делать самостоятельно в любой момент, когда вам это удобно. Давайте сядьте в удобном месте, прикройте, закройте глаза. Вот, почувствуйте пространство, которое вас окружает, а лучше создайте его сами, то есть своим намерением. Вот меня спрашивают, как это делать? Просто своим намерением представьте, что вот у вас есть свое пространство для сессии. Потом ощутите себя в этом пространстве как сознание, где находится точка, с которой вы смотрите. Ощутите ваше тело в этом пространстве. Вот, и когда вы это почувствуете, почувствуйте вот в этом пространстве, что самым является очень важным для вас, да, в этой жизни. Какую-то важную цель, миссию, желание, ну, в зависимости от того. Может быть, придет просто какая-то картинка или случай. Почувствуйте эту важность и ощутите ее, насколько это важно для, действительно для вас. А потом, когда вы почувствовали эту важность, представьте, как это осуществляется в Вселенной, в реальности, да? То есть представьте, как это осуществилось, почувствуйте это, примите это и поблагодарите. Скажите «благодарю» и себя поблагодарите, и Вселенную. Вот. Когда вы прочувствовали это, вы берите что-то другое, какую-то другую важную вещь для вас, которая есть в вашем пространстве, и также поблагодарите, то есть представьте, как это осуществляется, как это происходит в реальности, во Вселенной, и поблагодарите тоже Вселенную и Источник, Создателя вас за осуществление этой цели. И вот так вы можете осуществлять цели сначала в своем сознании, а потом наблюдать, как они осуществляются во внешней Вселенной. Если включаются какие-то негативные переживания, негативные цели, то вы тоже знаете технологию, как их пройти. Я рассказывал о ней в своих прошлых видео. Опять же, за счет принятия, то есть принятие имеется в виду, что вы не отрицаете это, не подавляете, а рассматриваете как есть, и это помогает вам принять, понять это, и состояние это исцеляется и уходит. Вот в этом и суть любого исцеления, что вы воспроизводите это как есть, а если вы можете это воспроизвести как есть, то точная копия, соответственно, приводит к исчезновению этой вещи. Это известно из квантовой физики. Поэтому, друзья, когда что-то приходит к вам, посмотрите на это как есть. Этим вы поможете и себе, и другим. Если у вас что-то не выходит, не получается, то вы можете написать мне в личные сообщения. И опять же, я вам помогу, расскажу подробнее. Мы сделаем бесплатную консультацию.
и я подскажу, как можно справиться именно с вашим состоянием. Вот, на этом, друзья, мы, пожалуй, будем заканчивать. Если это видео вам понравилось, было интересным и полезным, поставьте отметку «нравится», это палец вверх, подпишитесь на мой канал и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Включите колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно, поэтому вы можете их смотреть. Конечно, если захотите поддержать канал, все контакты, реквизиты в описании, а также две моих книги, это «Миры вечного познания о создании вселенных» и «Полное исцеление о практике процессинга и о том, как можно исцелить себя и других людей». Вы можете их прочитать, опять же, ссылки указаны в описании к этому видео. А пока что посмотрите мои видео, которые пока появились на экране. Это видео о процессинге и о том, как можно прорабатывать самостоятельно, делать процессинг в домашних условиях. И также показано то, как можно проработать даже случаи, когда вы... Вот случай рождения, то есть это очень важный случай, его тоже можно проработать. И также можно даже проработать пренатальные периоды, прошлые воплощения. Все это возможно. Самое главное – это ваше намерение, опять же таки. Я напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. И я буду рад видеть вас среди своих друзей, подписчиков. А мы увидимся с вами совсем скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи, друзья!